Угроза. Готово. Мясо. Мясо. И что это ты, по-твоему, вытворяешь с мясом мастера? Адская метель. Генос, кибердемон, ты доволен жизнью подчиненного этого человека? Оп-оп, может уже прекратите этот балаган? Во время поедания Набе вы должны делиться им с окружающими и весело уплетать его вместе. Эй, ах ты зараза, хватит хапать себе все тофу. Погодите-ка секундочку. Знаете, на самом деле меня кое-что очень сильно беспокоит. Вы тут вламываетесь в чужой дом, ведете себя так, словно он ваш. Да еще и хозяйски на Б плетаете. Вы кем себя вообще возомнили? И капусты больше нет. Так почему бы вам не поступить как капуста и не исчезнуть отсюда? Вот именно. Почему бы вам всем не разойтись по домам? Здесь как-то слишком уж тесно. А, это и тебя касается. Во-первых, серебряный клык – это одно дело. Но мне вот интересно, неужели обычный старикан вроде тебя и правда достоин быть частью этой группы? Если ты тоже хочешь присоединиться к группе Фубуки, то тебе стоит продемонстрировать мне свою силу. Чего? Группа Фубуки? Ты хочешь, чтобы тебя уничтожили? Замечательно. Эй, Генос, а ну стоять! Не надо разрушать мой дом! Успокойся, Генос. Это ведь не в твоем духе. Да, сэр. Но знаешь, кажется, сейчас мне удалось увидеть новую сторону твоей личности. И это делает меня счастливым. Как же замечательно, что у тебя появилась такая хорошая подруга, с которой ты можешь разделить на Б. При этом свободно делясь своими истинными чувствами друг с другом. Доктор. Эта девка мне не подруга. Ты кого эта девка назвал? Вот как? Но вы ведь коллеги-герои, разве нет? Да, но между нами нет никаких дружественных отношений. Ясно. Поразительно. Я впервые вижу, чтобы Генос так яро и резко противился моим словам. И теперь я увидел еще одну его сторону. Кусена, верно? Должно быть, вы человек, обладающий невероятными навыками, раз смогли изготовить все оружие кибердемона. Я была бы более чем рада позволить вам вступить в группу Фубуки и стать частью нашего отдела по разработке оружия. Эх ты ж... Если ты продолжишь все так же неуважительно относиться к доктору Кусена, я испепелю тебя. Тихо, тихо, я совсем не против.
Сайтама, можно тебя? Если ты не против, я бы хотел воспользоваться этой возможностью и спросить твоего мнения о том, как надо правильно воспитывать ученика. А, мнение, да? Этого у меня нет. А, все мясо уже разошлось по тарелкам. А где же я допустил ошибку? В моем дадзё мы придерживались системы, при которой прежде всего ценились твои способности в боевых искусствах. Неужели это был неправильный подход, а? Хватит уже спрашивать меня об этом. Эй, Бэнг, мастер Сайтама есть. Не беспокой его беседы, которая может надолго затянуться. А ты, брат Бэнга, отдай отложенную тобой капусту мастеру. Кусена, можешь передать чай? Эй, не смей так обыденно раздавать профессору приказы. Эй, старик Кусена, не мог бы ты еще как-нибудь принести такого высококлассного мяска? Как ты посмел вести себя так нахально с профи... Мастер, прошу мои глубочайшие извинения! Генос, да успокойся ты уже. Блин, я никак не могу расслабиться, когда тут такая куча народу. Пожалуйста, можем мы уже закончить эту вечеринку, когда доедим? И ты тоже, Кинг. Ты чего это там разлегся, а? Да ладно тебе, мужик, хватит дрыхнуть у меня на полу. Эй, проснись, эй.